Здорово, народ, с вами Джесс, и сегодня мы с вами покатаемся в игру в Air Truck Simulator, поперевозим грузы. Народ мне сказал, типа, поиграй еще, многим понравилась вот эта игра, в которую я играл, и я решил, в принципе, еще записать отдельное видео и перевести груз, вот, в принципе, вместе с вами. Посмотрим, что из этого получится. Так, ну я, в принципе, взял уже посылку. Так, мне надо сейчас... Ой, тихо-тихо-тихо, забрать ее как-то. Аккуратно-аккуратно подъезжаем, сейчас главное подъехать аккуратненько. Товар дорогой, и тачку с ними поковырять главное. Так, тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Так, все, взяли, есть, вот, в принципе. Вот, подцепили уже машинку, все нормально. И, собственно, вид с кабины. И поехали, так. Что-то вроде настроено. А, зеркала, все видно более-менее. Так, значит, ехать нам насколько далеко? Карта М. А, так. Куда там, блин? Так, по красной, да? Нам по красной ехать. Давно не играл. В принципе, не так далеко, думаю, доедем. Ну, серия, в принципе, получится где-то минут 20, может, где-то даже быстрее. Так, поворотники обязательно. И посмотрим, там никого, окей. Поехали. Поворачиваем, красный свет, я думаю, он успеет погаснуть, чтобы нам не останавливаться лишний раз. Так, так, строили. Так, аккуратненько подъезжаем, спокойно, спокойненько, спокойно. Давай, давай, меняйте на зеленый свет. Ну, ну, все-таки останавливаться придется, да? Кстати, пару слов о канале, скажу про игры. Значит, я прохожу такую игру, как игру Пит, вот, я уже больше не прохожу, то есть уже все, как бы я последнюю серию уже выложил, то есть первую серию, наверное, по Пит выложу, то есть последнюю серию по Пит, потом вот эту вот игру, так, симулятор, вот, то есть я уже Пит больше не прохожу по причинам того, что слишком она уж такая всякая игра, и я не могу пройти, и, в общем, забил, вот, и еще я проходил одну игру под названием Кнок-Кнок, но так как она, в принципе, сказать, не сказать однообразно, но немножко так, да, есть там комнаты, там свет включать как-то и не очень интересно, да и многие сказали, типа, да и неинтересно как-то, типа, смотреть, играть, то есть, ну, что-то многим игра вообще не понравилась, то есть, я сам потом еще поиграл, как-то, как говорят, экшона мало, что-то, типа, такое, то есть, я тоже на нее забил, ролики не выходили, и про порт, вот, кто смотрел, ну, в принципе, кто смотрит это видео, тот следит за моим каналом, я надеюсь, вот, ну, либо хотя бы посмотреть мои видео, вот. Portal 2, да, я, кстати, тоже, как сказать, забил, почти, причем того, что ленивый, я так редко выпускаю ролики по играм, вот, и по причинам того, что у меня игра, там, ну, я, короче, вину там переустановил, да, и сейвы не остались, а проходить игру заново, до того же места мне как-то стало влом, были другие проекты и другие дела, плюс я же учусь еще, да, то есть работаю, так что как бы и сам еще хочется, самому хочется поиграть, просто готовиться к сессии, ну, так что не судите, не строго, не ругайте, пожалуйста, да, в принципе, наверное, вы сами в таком положении, кто-то учится, кто-то уже работает, или там учится в школе, ну, или просто учится, вот. Но ролики будут выходить, я взял там еще одну игру, может, ее буду проходить. Она, в принципе, такая не особо тяжелая, веселенькая, но она уже так давненько вышла. Думал проходить или Deadpool, или Bioshock Infinite, но она слишком длинная, Bioshock. Как бы оно и нет смысла, но я сам-то поиграл, уже пол игры прошел, долго, кстати, длинная игра. Или Deadpool, тоже хорошая игра, такая угарная, вот, может, в нее поиграть. Так что там со сном у нас нормально еще более-менее. Вот, так что, в принципе, народ, пишите, что вы хотите, какую игру я прошел, хотите увидеть там, то есть пишите. Я прислушаюсь к вашему мнению. Если мне игра тоже понравится, я ее пройду, конечно же, почему бы, собственно, нет. Если игра реально хорошая, такая прикольная, вот, я ее пройду. Вот, игр вообще валом, есть во что поиграть, но я как-то не могу решиться, во что. Skyrim, но она слишком долгая, да и не хотела. Сейчас, конечно, не актуально, и, да, и тогда и раньше не хотел, потому что она и длинная, и все эти квесты, все эти... Мне просто не хватит на это все, вот. Майнкрафт, ну, не так часто мы снимаю, да мне, ну, канал не Майнкрафт все-таки, да, а прохождение, в виде, то есть, то как бы я не могу, то я не хочу, или с игрой никакой-то не получается пройти. Вот, вот такие вот пирожки. Вот, ну, что еще сказать-то? Battlefield 4 хотел я тоже
пройти, записать сингл, но... Так, я вроде правильно еду или нет? Хотел, но... Компания уже, много людей стала проходить. Я такой, типа, окей. Сингл я прошел. Сам прошел. Я полностью где-то за полтора дня где-то прошел. Даже меньше, вру. Она там компания на часа 4 на 5, не помню честно. Вот, прикольно, кстати. Насчет мультика не с кем поиграть. Вот, как бы, вот так вот. А самому уж смысл какой. Вот, насчет Call of Duty Ghost. Честно, не играю, что-то не впечатлило. Не очень. Вот, не буду сейчас даваться подробности. Я и там провел, что говорить, потому что обидятся геймеры, любители Call of Duty. Вот, ну, также по Battle не буду ничего говорить. Там немножко изменений было. Вот, ну, в принципе, старались, пацаны хорошо сделали, молодцы, Call of Duty и Battle. Вот. Движок, конечно, тот же. Ну, вот, игра, в принципе, хорошая. Я сам играл в Black Ops 2, много играл в мультик. Вот, ну, не купил, не захотел играть. Сингл, я думаю, может, запишу пару роликов, как я играю, покажу какие-то смешные моменты, будет нарезка. Такой смешной ролик, может, будет. Вот, по Call of Duty Ghost. Вот, а мультиплеер, ну, я же сказал, то есть игру не брал, меня друг взял, говорил, игра классная-классная, но потом как-то поплевался, когда играл в компанию, и компания как-то там на вертолетах, вот это все как-то, и потом добавили технику, то есть добавили танки, видел на скриншотах, как в батле, то есть, смотрите, там тоже на танке можно было ездить, убивать людей, но и такое управление, все, конечно, не так, что бы кто-то ни говорил, но все-таки, как бы, сколько мне там бензина, а четвертая батла, третья, то есть они хорошо сделаны, четвертая даже лучше сделана, третья намного, хотя привязался уже к третьей батле, немножко управление там, то есть по стрельбе как-то это вот поддача, то есть изменено, а так вообще классно, вот. А по Call of Duty, что сказать, ну графон подправили, немножко там что-то подлатали, системные требования выросли, хотя движок тот же, по сути, вот, добавили пушек, звуки из оружия стали более круче звучать, такие, я понимаю, хорошие. Хорошо так звучит, короче, оружие в ГОСТ. Ну, это как Call of Duty, то есть, как бы, Call of Duty есть Call of Duty, за что его любят миллионы, тысячи даже людей, даже больше. Вот она простая, легкая игра, без всяких там, типа, надо видюх помощнее там или что-то типа такого. Простая, легкая, быстренькая игра. Вот, да, она классная своим, то есть, вот, почему мне ее играют, любят. Да я, собственно, тоже раньше играл в Колду. Мой любимый сериал это был Колда, все прошел синглы, во все почти играл мультики. Вот, а с батлой потом познакомился с треки «Счастье». Вот, ну, конечно, батлу тоже, сказать, порезали, по сравнению там, с первой, со второй, которые были еще хорошие. Третью порезали, взяли графоном, конечно, геймеров. Вот, ну, что еще сказать-то, собственно, про канал. Кстати, да, число движется уже к 1000 подписчиков, довольно-таки так хорошо движется, довольно-таки быстро. Большое вам спасибо, народ, спасибо, что вы смотрите, подписывайтесь на меня, комментируйте. Happy Wheels я позаливал, вот там 11-12 часть, да, просмотров набралось, то есть народ комментил, нравилась игра, мне самому Happy Wheels нравится, то есть вот я как бы выпускаю, вот я смотрю, Happy Wheels как бы больше набирает, больше людей смотрит, я такой, окей, буду Happy Wheels, значит, выкладывать, вот, а там Minecraft как бы немного, ну все-таки смотрят, немного, ну, смотрят, вот, больше, конечно, вот это вот, больше мне, конечно, набрал просмотров ролик про двери. Я думаю, может, сделаю второе видео не про двери, а про что-то типа, знаете, типа такое банальное что-то или там с юмором подойду. Но я думаю, пока над этим очень долго думаю, ломаю голову, что ж такое сделать смешное, чтобы не сказали, типа, чувак, да ты что ж, господи, ну тут пробка, о, я успел. Вот, ну, посмотрим, в общем, что из этого получится. Вот, насчет синглов, насчет игр вообще, жду я Watch Dogs. Классная игра, буду, конечно, проходить. Концовок будет в игре, концовки будут разные, проходить можно игру по-разному будет, как под стелс, так и под Рубай Крамсай всех. Кстати, насчет Рубай Крамсай, вспомнил Shadow Warrior, я прохожу, и я немножко тоже на нее забил, но я ее пройду, ребята, насчет этого не переживайте, как бы не говорите, что я плюнул, бросил, просто и со временем, мне, понимаете, да. Вот, она вот если взял игру, то сразу ее в сроки записать. Вот, что, кстати, что насчет сроков, это скоро будет выходить DLS для Outlast. Начало, предыстория такая, да, начало будет. Вот я буду играть, проходить, конечно, буду быстро проходить сразу. Не 60 минут буду записывать, да и, собственно, никто не будет смотреть.
Где-то запишу, ну, буду записывать также, наверное, по минут 15-18. Выпускать, наверное, каждый день по 2-3 серии. Игра DLS будет, кстати, в половину короче оригинальной игры вот этой вот, которую я прошел. Вот, ну, в общем, я посмотрел, я записал видео и потратил на все, про все, то есть 4 часа. То есть, ну, где-то 2 часа будет занимать игра. Ну, я просто тупил где-то там это самое, в общем, вот там просто в плейлисте можно посмотреть, сколько по времени, вот. Ну, в общем, поняли, в общем, да, думаю. Вот, буду проходить, конечно, игра классная, сама мне очень Outlast понравилась. Недочета в игре просто нет, то есть в игре нету ни одного минуса. Весит мало, оптимизировано замечательно, геймплей классный, пугает хорошо, все это озвучка, субтитры, все сделано классно, ни одного бага, все четко, все эти записки, вся эта история, все это анимация, графон, не особо требовательный, на 32 идет биты, на 64 у меня друга была проблема с 32, там наконец-то все подпатчили, уже все нормально, просто устанавливаешь там, скачиваешь, все, вот. То есть, замечательная игрушка, очень классная, все это с историей, все это классно связано, очень с доктором. Нет ни одного недочета, нет никаких голливудшин, типа как в Call of Duty, там опять русские напали на Америку. Сейчас, кстати, да, в колде, да, русские напали на Америку опять. Господи, вот это вот реально, вот с этим они надоели. Вот реально, ну, русские такие плохие, что они постоянно нападают на Америку, хочет ее захватить. Я просто не могу тут ничего сказать. Просто у меня нет слов, я не могу ничего сказать. Тупой сюжет, ну вообще, ну из ряда вон выходящих. Ну, в него играют, то есть играют в Call of Duty, но играют не в сингл, больше любят. Но это мультиплеерная игра, почему в нее играют? Вот, окей. Что еще сказать-то насчет игр? Насчет игр, что сказать-то? Я даже не знаю. Вот, мы уже почти к месту назначения приехали. Так, надо как-то развернуться. Место не подрежу никого. Вот, насчет вот этой вот игры. Пишите, если хотите видеть дальше видосы, типа там. Еще перевози пару грузов, там, перевози, там, героин, туалеты, там, типа, я окей, запишу еще видосы. И, да, кстати, скоро будет стрим. Я зарегал свой канал на Твиче. Ссылка есть в описании. Также про игру, ссылочка там написано в описании про игру, об этом можете почитать. Также есть Google Plus и в Твиттере, так что, если хотите, там, зайдите, там, можете меня там почитать, там. В общем, ну, на ваше желание, не буду заставлять. Вот, и насчет стримов, где-то, думаю, на 800 подписчиков буду делать. Я бы сделал бы сейчас, но в чем проблема, понимаете, в том, что я не знаю, как на Твиче сохранять видео отстримленное. То есть, говорят автоматически, но нет. Я стримлю через Open Broadcast, стримил уже, делал, пытался, пробное делал. Ни черта не сохранилось. По 50 там я стримил 20 минут, 30 минут, кстати, люди приходили, смотрели. То есть, я не знаю, это какие-то левые там были, 5 человек. Или кто-то, то есть, нашли меня, пришли, посмотрели. Спасибо вам огромное. Вот. Как сохранить видео на Твиче? Я не знаю, я искал, я написал, как сохранить видео на Твиче, нету ответа. А ребята, которые стримили, они тоже ничего не сказали, так как, да мы не знаем, типа мы стримили не так, у нас автоматически сохраняется. Не понимаю тогда. Ну ладно, это моя проблема, и мне потом разбираться. Но если вам не тяжело, кто знает, кто-то мне тяжело, подскажите, помогите. Вот, я понял, как можно, смотрите, стримишь. Автоматически сохраняется у тебя это все дело на компе, а потом это просто заливаешь на Twitch, и все, вот так, типа, да? Ну, один из вариантов, то есть, как мне объяснил чувак. Но на самом деле нет, на Twitch потом залить нельзя. Но можно залить на YouTube. Вот, все, мы доставили груз. И что еще? Можно связать аккаунт Twitch с... Можно связать аккаунт Twitch с YouTube, и как бы ролики будут поститься... отстримленные на YouTube, на Твиче, на YouTube. То есть как-то так, я толком не понял. То есть, недопонял как-то, я не знаю. То есть, объясните, может, подскажите, пожалуйста, буду благодарен, напишите, вот. Или есть какой-то урок, видеоурок, или расскажите, или сбросьте статью. Все буду, любой информации буду рад. Вот, так что, вот и все, мы груз привезли, я ничего не сказал, вот. В общем, все, мы груз довезли, в целости и сохранности, в принципе, проехались, отвезли. Чего мы отвозили, я не знаю. В общем, хорошо посидели, побеседовали, классно. Время пролетело просто незаметно, как и наша машина по ровной гладкой дороге. Кстати, дороги пипец какие классные. Ну, я понимаю, это игра, но все-таки
Не в игре, что только такие дороги. Ну ладно, это была шутка тонкая. Ну, в общем, все. Ладно, думаю, на этом будем заканчивать. Так что, вот, не обижайтесь на меня, что не часто выходят ролики. На некоторые игры я забил. Пит я не прохожу. Ну, Пит, ну... У меня не получается ее проходить. Не получается, я очень эмоциональный такой человек, который вот если не получается, я такой сразу... Вот. Как-то вот с третьей, со второй попытки не получается, и игра еще там как-то на логику, что-то надо... Не сколько на логику, а сколько как-то на реакцию, на забинденные места, то есть перепрыгиваешь с одного сундука на другой, и именно в этот момент ты должен кинуть сюда шарик, чтобы луч появился, и туда ты перепрыгнул. То есть не так, как в Portal 2 было, там есть была логика, было время обдумать, все, а здесь как бы нету, надо прыгать по этим... И все, как бы нету шансов, нету жизней, вот. Но игры будут, буду еще находить какие-то игры, еще новинки буду какие-то записывать, проходить. То есть, ну, не скажите, не говорите, что я тупой, и логические игры не для меня, она не особо логическая толком, да. А с порталом, может, я возобновлю, пройду, так что вы пишите, что хотите видеть, собственно, хотите про портал прохождения второй, окей, первый, окей, тогда там. В общем, все зависит от вас, все для вас, зрители, так что... Всем удачи, всем пока, народ. Подписывайтесь на мой канал, с вами был Джесс. На этом серия заканчивается. И все, давайте. Дерзайте, катайтесь. И перевозите грузы в целости и сохранности. Давайте.